Житель Владивостока напал на девушку, разносившую корреспонденцию. Крики услышали местные жители. Они догнали, а затем удерживали злоумышленника до приезда полиции. Так в Рио начальника ОМВД Приморского края Эдуард Хавабу вручил молодым людям благодарственные письма за активную гражданскую позицию и решительность, проявленную при задержании подозреваемого в совершении преступления. Просто прибежали на крики помощи, помогли девушке, поймали преступника. Когда девушка вышла, я сразу стала с ней разговаривать, спрашивать, как у нее самочувствие, смотреть на ее вообще ссадины, ушибы. Также теплые слова Эдуард Хавабу адресовал молодой сотруднице почты, благодаря которой удалось не только сохранить корреспонденцию, но и задержать подозреваемого. Я хожу, разношу почту, стучусь в квартиру, слышу сзади шаги, поворачиваюсь, и меня тянут за сумку. Я сумку не отдаю и кричу. Полицейские установили, что это был 46-летний ранее неоднократно судимый житель дальневосточной столицы. Следственным подразделением отдела полиции Первореченского района управления МВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это разбой. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.